Всем привет, я Влад, а это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре оптический прицел от компании Discovery. Это VTZ4×32. Вот такой вот, кстати говоря, довольно-таки короткий, скажем так, оптический прицел в черном цвете. И об остальном расскажу дальше, после того, как вы подпишетесь на канал, поставите лайк этому видео и напишите свой комментарий. Третьих несложных действий очень сильно помогут нашим видео в продвижении, и мы будем бесконечно вам благодарны. Итак, поставляется прицел вот в такой вот коробке, маленькой. Кстати говоря, это одна из самых маленьких коробок от компании Discovery, которую я только видел, ну и скорее всего вы тоже. Смотрим дальше, давайте начнем с самого прицела. Естественно, здесь есть крышки, на окуляре крышка мягкая, резиновая. Здесь же пластиковая, которая открывается, но в целом также без труда и снимается. И на вот этих барабанах тоже есть крышки. Но о них расскажу уже более подробно, конечно же, дальше. Итак, что же еще есть в комплекте? Есть кольца, благодаря которым вы сможете поставить оптику на вашу винтовку. Микрофибра для ухода за оптикой и, конечно же, инструкция. Инструкция на английском, но, тем не менее, перевод по фото никто не отменял. Да и в целом здесь разобраться не так-то уж и сложно. И я в этом постараюсь вам немножко помочь. Ну что ж, погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Прицел изготовлен китайской компанией Discovery. Материал корпуса алюминий, длина его 230 мм, вес 330 грамм. Диаметр линзы объектива 32 мм. Рассматриваемый прицел Discovery имеет расположенную во второй фокальной плоскости баллистическую прицельную сетку MILDOT. Посадочный диаметр у данной модели 25,4 мм. Есть ли подсветка в данном прицеле? Отвечаю, есть, и даже двух цветов, а именно, конечно же, красная, ну и зеленая, как уже по привычке. Для того, чтобы управлять уровнями интенсивности той самой подсветки и, безусловно, конечно же, менять цвет, и да, уровней интенсивности у каждого цвета здесь 5. Для этого нужно воспользоваться барабаном, который находится на левой стороне узла управления. Ничего особенного, просто крутите, и подсветка, соответственно, переключается, да? И раз уж мы уже начали говорить с вами про барабаны, про все вот это, давайте я уже про них и расскажу. Для диоптрийной отстройки нужно воспользоваться барабаном, который находится у основания окуляра. Поднимаемся выше. Кратность здесь не меняется, поэтому барабана для изменения кратности здесь банально просто нет. Кратность данной оптики 4, и она фиксированная. Для отстройки вашей прицельной сетки нужно воспользоваться барабанами, которые находятся сверху и на правой стороне, соответственно, второй барабан, где верхний отвечает за Y, а правый отвечает за отстройку по X. И да, мы для этого, естественно, должны скрутить с них колпачки. Шаг регулировки поправки 1/4 МОА. Для отстройки параллакса нужно воспользоваться барабаном, который находится уже у основания, соответственно, объектива. Тоже ничего сложного. Крутим, смотрим, и все вот в этом, скажем так, духе. Друзья, если сейчас, посмотрев на данный прицел поближе, я вам рассказал о нем более-менее, и в голове возник вопрос, а где же взять-то его? Так а давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный оптический прицел подходит к концу, и, друзья, я хотел бы сказать еще вам вот о чем. Во-первых, прицел, конечно же, оригинальный. Это не реплика, не копия, не еще что-то в этом духе. И да, если сравнивать оптику от компании Discovery с какими-то более известными брендами, например, Markul, то я могу сказать с уверенностью, Discovery ничем им абсолютно не уступает. Но это еще ладно. Если же сравнивать с какими-то более премиальными, то есть дорогими оптическими прицелами, например, с какими-то японскими, то и здесь компания Discovery не сказать, что проигрывает. На самом деле, да, действительно, это отличная оптика. Это прекрасная оптика, к которой очень сложно придраться. Материалы супер. Картинка здесь также невероятно крутая. Никаких искажений и всего в этом духе. Очень четкая, очень хорошая картинка. Действительно, оптика от компании Discovery, она просто стоит своих денег. И что еще здесь говорить? Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же вам прицел.
Ну или задавайте вопросы, если вдруг они у вас появились. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров!